С этого года Всероссийская Федерация по прыжкам в воду запустила серию детских турниров под названием «Лига юных чемпионов. Будущий олимпиец». Суть ее состоит в том, что начинающие прыгуны в трех возрастных группах попадают в Лигу лучших по результатам первенства России. К участию допускается только восьмерка сильнейших в каждом виде программы. Куратором проекта является олимпийский чемпион Илья Захаров. То есть это очень интересный формат соревнований, когда дети приезжают на соревнования и буквально за период в одну неделю должны отвыступать, два старта, а это, грубо говоря, 7 дней без остановки. То есть для детей это достаточно хорошая такая нагрузка, ну представьте, да, сами себе. Вот, и, соответственно, это колоссальный опыт. Лига будущих чемпионов состоит из трех этапов. Соревнования проходят в течение короткого промежутка времени в Саратове, Саранске и Пензе. Наш прыжковый бассейн был выбран не случайно. Илья Захаров выступал здесь еще в качестве действующего спортсмена. И от пребывания в столице Мордовии остались приятные впечатления. Нынешний турнир прошел еще и под эгидой Кубка президента Федерации этого вида спорта Станислава Дружинина. Призеры и их тренеры за попадание на пьедестал почета, помимо медалей, получали призы. По мнению организаторов, этот турнир повысит уровень готовности наших юных прыгунов. Проблема в том, что у нашего юного поколения нету какого-то такого, ну, такой большой разницы с моим поколением. А это, на секундочку, там порядка 15 лет. То есть и задача как раз-таки, и главное наша, вообще в принципе нашей федерации, сделать так, чтобы наше поколение детей, оно очень резко, чтобы оно поднялось к нашему уровню. Чтобы у нас был меньше промежуток, чтобы у нас было больше смены поколений, как бы это ни звучало обидно, но это должно быть, чтобы развивался спорт. Вот, к сожалению, пока что такого нету, нужно здесь признаться, и над этим нужно много работать. По итогам трех дней соревнований только три спортсмена сумели завоевать награды во всех видах программы. На счету Маргариты Кувшиновой из Пензы два золота и одна серебряная медаль. В активе Виктории Казанцевой из Московской области также две победы и одна бронза. У юношей трижды на пьедестал почета поднимался Егор Соболев из Санкт-Петербурга. Юрий Осипов, Павел Толобаев. Программа «Наш спорт».